Главное предложение только сегодняшнего дня. Одна из самых лучших идей дизайнеров за последние несколько тысяч лет. Данное предложение называется лосины, а это значит, что мы с вами получаем вторую кожу. Здоровую кожу за счет состава внутри данных лосин. 30% хлопка, 60% верблюжьей шерсти обеспечивают максимальное тепло и комфорт. Стройняющий эффект за счет особого эластирующего материала. А это значит, что наши ножки будут не только здоровы, но еще и элегантны. За счет максимально высокой посадки мы поддержим функционал нашей фигуры. И, конечно, этой зимой будем максимально здоровы. Натуральная верблюжья шерсть номер один по количеству и защите. Также является антисептическим средством и обеспечивает максимальный комфорт и заботу. Три слоя, которые здесь выполняют свою роль. Внешний слой позволяет вам не только получить стройняющий эффект, но еще и задерживает влагу и холодный воздух. Средний слой является той самой верблюжьей шерсти, которая обеспечивает нам выработку ланолина, обеспечивает сухое тепло, здоровье нашей кожи эпидермиса и, безусловно, полностью защита от бактерий. И нижний слой – это пушистая фактура, которая нежно ласкает ту самую кожу, придавая ей мягкость и увлажнение. Поэтому три основных кита стоят на защите вашего здоровья и вашей красоты. Теперь давайте посмотрим с вами на потенциал данных леггинсов лосин. Обратите внимание, Оля их поднимает аж выше груди. Это говорит о том, что здесь ультравысокая посадка. То есть не средняя, не малая, не высокая посадка, а просто макси-посадка. Поясница, крестцовая зона, зона живота, зона диафрагмы полностью вся защищена. Плюс мы с вами видим здесь базирующую широкую резинку, которая обеспечивает крепление и стяжку на талии. Это значит, что лосины не скатываются и не слазят с вашей фигуры. Обкатывание бедра, подтягивание зоны живота – это значит ваша новая фигура. Когда и где вы могли бы себе представить теплые лосины, но которые еще и не придают объема? Сегодня на телеканале Shop'n Show вы можете это встретить. Лосины Inga за 999 рублей. Тянутся в зоне бедра, в зоне колена, в зоне икры. А это значит, что не будет у нас с вами такой вероятности, то, что нам неудобно и нам некомфортно. В этих лосинах можно находиться как на улице, так и в помещении. От минус 30 градусов до нуля. Это самое идеальное предложение. И обратите внимание, Оля сейчас как раз-таки вам демонстрирует потенциал со всех сторон. Отек вашей стопы или возможность подтянуть длину лосин и полностью даже их, в принципе, погрузить на пятку. То есть 92 сантиметра наша длина брюк с внутренней стороны. Ну, а мы с вами будем сейчас как раз-таки говорить о том, что этот потенциал еще и красиво выглядит внешне, когда мы с вами можем выглядеть просто очаровательно. Но это просто нереально. И вот вы как раз-таки сейчас видите на экранах ту самую фактуру пушистого верблюжьей шерсти, которая и обеспечивает то самое тепло. Напомню, что верблюжья шерсть – это номер один, так же, как и перо утки или гуся, является главным утеплителем. Поэтому они самые дорогие, чаще всего вкладывающиеся в дорогие люксовые предложения. Что мы с вами получаем за 999 рублей? Хорошо тянутся, не скользят, как я уже сказал, корректируют фигуру, согревают, являются антибактериальными средствами и высокая эластичная посадка. То есть размерный ряд позволяет сегодня каждой красавице, от молодой перспективной принцессы до достаточно такой жгучей императрицы, выбрать данную модель. От 48 до 62. Как мы выбираем размер? 48-54 – это первая группа дам. И 56-62-64 – это вторая группа дам. При покупке двух моделей сразу уточняйте. Я забираю две пары лосин в размере 48-54. Или я забираю две пары лосин в размере 56-62. Напомню, 64-й размер присоединяется. На экранах вы сейчас видите графику, как работает искусственный материал и как работает верблюжья шерсть. Это действительно очень важно. Наш организм уникален, и микроорганизмы нас окружают везде, даже бактерии, живущие в нашем организме. Есть полезные, есть неполезные. Поэтому в данном случае верблюжья шерсть защищает внешнюю сторону. Ведь во время потовыделения происходят особые химические процессы, и тут включают режим микроорганизмы. Для того, чтобы не происходило эрозии кожи, шелушения, атопических и псориатических заболеваний на коже,
в зимний период от переохлаждения это возникает еще и обморожение. Мы с вами будем защищаться с помощью таких лосин. Но чаще всего у нас стоит дилемма. Выбрать для себя хорошие, красивые лосины, чтобы быть очень секси в них и чувствовать себя как та суперзвезда или какой-нибудь блогер из ТикТока. Нет. Нам хочется еще и дополнительно здоровье, то есть чтобы это было совмещено. Мода чаще всего была построена на том, либо ты терпишь и красивая, либо ты не терпишь и ты некрасивая. Здесь все сошлось. Я выгляжу как секси, и я здорова. А это очень важно, ведь красота от слова «краса», и она также синонимом является здорового образа жизни. Поэтому, выбирая такие лосины, мы с вами компенсируем все стоящие перед нами вопросы. Та самая эластичная резинка и верблюжья шерсть. За счет мембранной формы резинки она хорошо фиксируется, дает возможности растяжимости и коррекции фигуры. А это значит, что мы можем в таких лосинах позволить себе укороченный топ, укороченный бомбер, может быть, удлиненную тунику, а может быть, и вовсе надеть обтягивающую водолазку. Потому что такие лосины позволяют нам носить их как самостоятельный продукт. Они совершенно не выглядят как колготки, хотя выполняют роль плотных колгот. Они совершенно не выглядят как лосины, которых вас из-под тишка сфотографировали и раскидали по социальным сетям. Не так давно я, в принципе, лицезрел это воочию. Передо мной ехала девушка на эскалаторе, и у нее полностью просвечивало белье в прозрачных лосинах. Это действительно выглядит некрасиво. Мне даже стыдно стало за нее, хотя в лосинах она, а не я. Здесь у нас с вами как и такие пластичные, плотные брюки скини. И вот он как раз-таки мех. Я обязательно взял расческу, чтобы его прочесать и продемонстрировать. Его ровность, густоту и объем. Здесь происходит эффект постежерской технологии, когда на лицевую сторону нашивается и наплетается меховой паричок. Поэтому данное изделие, что с лица, что с изнанки, является единым продуктом. Что это дает нам? После стирки данное предложение сохраняет свою форму, сохраняет свою плотность, и данное предложение у нас с вами выглядит всегда очень эффектно. Кстати, лицевая сторона не пеленгуется за счет того, что эластирующая нить в основном выведена наружу. То есть эластирующая сетка стягивает фигуру. Пушистая основа хлопка и верблюжья шерсть, вот этот подшерсток, обеспечивает тепло. А вот эти мягкие ворсинки – тактильное удовольствие. Поэтому, выбирая для себя сегодня такое предложение за 999 рублей, мы получаем и красоту, и здоровье одновременно. Забираем две пары как минимум.